на пару насладиться славой, ну и вакханалией любви. Новость о романе отца с 27-летней русской танцовщицей ничуть не задела Лили Роуз Депп. Она тоже начала танцевать. Сегодня танцы мисс Депп будут еще горячее. Ей исполняется 20. Она уже востребованная актриса и модель. Была музой Карла Лагерфельда. На красной дорожке затмевает даже маму. Ванесса Паради довольна. Наконец-то дочь демонстрирует манеры истинной француженки. Зато, когда мама не видит, Лили Роуз расслабляется. Вот на это я бы посмотрел. Ест прямо из кастрюли, как настоящая пиратка. Так и знал, что этим кончится. Зимой папарацци считали поцелуи Лили Роуз и 23-летнего актера Тимоти Шаламе. Но пара так и не объявила о своих отношениях. На фото в соцсетях Лили Роуз обнимается только с любимым котом. Этому рада ее заклятая подруга, модель Кая Гербер. Hi. Кая соревнуется с Лили Роуз во всем, теперь и зарабатывает больше. Недавно Гербер обвинили в том, что попасть в модную индустрию ей помогла мама, супермодель Синди Кроуфорд. Купила дочери съемку для обложки модного журнала. В ответ Синди лишь посмеялась. Если бы я хотела купить съемку, то купила бы ее себе. Чуть ли не с младенчества позирует для журналов и Бруклин Бекхэм, а его младший брат, 14-летний Круз, наступает на пятки Джастину Биберу. Виктория Бекхэм сына поддерживает. Рядом с Крузом она вспоминает себя на сцене. I'm very impressed. Только Дэвид расстроен. Еще один ребенок забросил футбол. Одна надежда на дочь Харпер.